Центру кинологической службы ОМВД Владивостока исполнилось 5 лет. В честь юбилея на территории центра прошли учебные сборы, где сотрудники спецподразделения наглядно показали возможности служебных собак. Это самый знаменитый ротвейлер Дальнего Востока, Дарлинг Фэмили, госпожа Удача. Она является неоднократным призером и победителем разных выставок международного класса и породных рингов. До недавнего времени это был единственный ротвейлер, работающий в системе МВД. Четвероногие полицейские работают наравне со своими коллегами-людьми. Только за 2020 год они совершили более 500 выездов на места преступлений. Специалисты отмечают, что с собаками необходимо регулярно работать и тренировать их. Для этого в распоряжении кинологов есть тренировочно-учебный комплекс, включающий в себя площадку и современные утепленные вольеры. В этом году у меня получилось поехать на соревнования в город Хабаровск. Это был чемпионат Дальневосточного федерального округа. Участвовали мы в дисциплине двоеборья, это ОКД, общий курс дрессировки, и ЗКС, защитно-караульная служба, где заняли призовые места. Рядом. Место. Всего в центре находится 31 служебная собака, большинство из них – немецкие овчарки. Ротвейлеры и доберманы обычно помогают конвою, а собаки породы спаниель занимаются поиском наркотиков и взрывчатых веществ. В завершении мероприятия руководство наградило лучших сотрудников нагрудными знаками и поблагодарило их за службу. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов, новости на Восьмом.